На самом деле я сейчас здесь сижу напротив. Я не смотрю на эту горку, я никаких позывов у меня нету пойти с кем-то играть. Просто мне очень грустно, что я сижу один, и все, что у меня есть, это бутылка этого пива. И в кармане сигареты Честерфилд. Больше ничего у меня в жизни больше нет. Мама есть, да, папа есть, только папа проработал всю жизнь в кое-каких госструктурах. И он пофигист безразличный. Хотя он хороший человек, но мы с ним не можем никогда поговорить ни о чем личном. А мама, она считает, что нашла мне невесту там. Причем, говорит, она не из интеллигентных, она там работает в мясном отделе каком-то, в аквариуме, ну, магазин аквариум. Короче, она хочет любой ценой мне найти невесту, но она думает, что жена будет заменять мамку, так называемую, ну, грубое слово, да. Я просто вот пародирую тех, кто так называет. На самом деле же невеста, она ничего не будет делать ни по дому, ничего. Я не из тех, кто кого-то заставляет что-то делать. Я даже красить девушку свою никогда не заставляю. Наоборот, мне нравится естественная красота. Короче, мне просто грустно, что я вот один пью, слушаю Мидвестиму. Японский, западный, разный, отечественный, кстати, даже. Эмакор. Ничего больше не остается, все. Я подал заявки там на футбол взрослым в Железногорске, на скалолазание. Жду ответа. Никакого ответа нету. Мне на самом деле очень грустно и печально. Я не знаю. Разумеется, я уже никогда не пойду играть с ребятишками. Ни в Деты Бабу, ни в футбол. Как я и сказал этому оперативнику, теперь мне остается только сидеть просто и как взрослый просто сидеть. Как и раньше. Один, одному. На лавке сидеть.